жизнь в чужие вот эти вот ручки. И потом долго-долго сетовать на то, что жизнь такая несправедливая. Жизни такие, люди такие нехорошие, некрасивые, они не понимают, сколько я страдала или сколько там я делала. Но рабство, оно приходит на третье поколение. Вспоминайте, я каждый раз пытаюсь вам ввести понятие, что протестантство в юности – это когда человек, даже очень боящийся, ребенок 14 лет, но он собирается в кучку и идет, говорит, я лучше сдохну, так я жить не буду. Таких с каждым годом все меньше и меньше. Если мы возьмем поколение, допустим, мое, то в мое поколение из класса 40 человек нас таких вышло, ну, наверное, человек 10. Жизнь побила достойно, там по-разному было, ошибок много было, но тем не менее мы вышли. Каждый на своем уровне, ну, что-то там стоим, оловянные солдатики там. Кто с костылем там иногда, кто сам, но в любом случае стоим. Уровень независимости от родителей присутствует, уровень, задача класса выживания была пройдена. С управлением, с состоянием там, кто как заткнулся, но тем не менее. Если взять поколение моего сына, это Пепси, ну, там, 98-87 там, и 90-й, да, это люди, которые... Очень чего-то хотели, но им подсунули интернет. И они в этот интернет ушли, и у них такое патологическое состояние романтического какого-то увлечения, сидячи дома с тарелкой, с кружкой, игры, я не знаю, там ресурсы вот эти все, там, в которых они там что-то истину какую-то ищут. И в мир они выходят из мамкиной квартиры, или там где-то что-то объединяется, только затем, ну, чтобы там где-то типа, ну, потому что мама же там с папой орать будет, ну, хоть что-то пойти там рубль 20 заработать. И потом опять садимся, и у нас там любовь, вот эти скайповые отношения, служба знакомств, где там переписки годами, и у меня такая любовь, да, и вот он мне в уши дует, а я уже думаю, что все, почти живу этим. И их сознание было уведено туда только для того, чтобы их детей превратить в окончательных рабов.